невозможно. Это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы его изменить. Невозможно — это не факт. Это только мнение. Невозможно — это не приговор, это вызов. Невозможно — это шанс проверить себя. Невозможно — это не навсегда. Невозможное возможно. Что останется? Как что? Менты? Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Свиньи собираются, длинные цепочки, линия жизни становится точкой. Стручки и дни стежок за стежком шьют твое тело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник, моя свобода — это радиоприемник.
через сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно? Тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник в магнитофоне. Я слава.